Привет всем! Хотелось бы сделать сегодня обзор на три вот таких вот книжки о Бритни Спирс. Это книги, которые выходили ой как давно, там а-ля годы 1999, там 2001 и так далее. Всего выходило три книги, они имеют вот такие вот обложки. Ну, фанаты Бритни наверняка с ними знакомы. Не знаю, от какого журнала именно они издавались, но просто это книги о Бритни. Включают в себя это книги следующие. Это какие-то краткие биографии, факты о Бритни. Также это обязательно в середине это такие плакатики. И по бокам у нас тексты песен и переводы песен Бритни. В принципе, книги здесь у нас про Baby One More Time эпоху. Здесь у нас про Upside Again, здесь с альбома Бритни. Вот, на каждую книгу будет отдельный обзор, просто то, что у нас, собственно говоря, содержится в этой книге. То есть просто перелистаю книгу, и вы посмотрите, что же это такое. Вот, и надеюсь, вам понравится. И так что переходите по ссылочкам, и вы сможете посмотреть каждую из книг в отдельном видео. Спасибо за внимание, и надеюсь, что вас заинтересует данное видео.